Друзья, всем привет! В этом видео у нас обзор новеньких орхидей. Точнее, как эти новенькие орхидеи показали свое личико. Как выглядят эти орхидеечки. Да, вот здесь вот на столе у меня сейчас красота стоит, с которой я хочу, друзья, с вами поделиться и показать эти роскошные малявочки, как они зацвели. Но первое, какую вы видите сейчас орхидею, это, друзья, орхидея последняя из тех орхидей, да, 7, по-моему, орхидей или 8 мы с вами сажали в фужеры, стеклянные фужеры, и их обрабатывали с самого начала спреем. Я уже показывал вот таким спреем, который называется «Нравится орхидеям». И буквально там через неделю эффект от этого спрея не заставил себя долго ждать. И вот этот, все орхидеи зацвели, выпустили цветоносы и цветут пышно и роскошно. И вот эта орхидея была последняя, которая зацвела. Промежуток между началом ее обработки и цветением был, ну, достаточно не маленький, потому что на тот момент, когда мы ее пересаживали, она как раз таки заканчивала цветение и еще после пересадки какое-то время цвела. А вот у нее даже остались цветоносы старые, один и второй, мы их не стали срезать. Это орхидея, которую в прошлом году я купил тоже у одной ну, сказать архаманши, ну, неправильно, да, тоже она архаман, она тоже продавец орхидей, тоже ведет свой YouTube-канал про орхидеи, и вот она продавала три вот таких вот роскошных бабочки. Это бабочка Golden Dawn, друзья. Бабочка Golden Dawn, она нежно такая, знаете, сливочно-фисташковая, с лимонными вот такими вот защипами. Орхидеи очень интересные. Я сейчас просто показываю как вариант она цветения, потому что когда она зацветет пышным цветом, я отдельно потом обзор ее целиком сделаю крупным планом. Все в подробностях. Сейчас просто такие, знаете, обзорные штришочки. И вот эта орхидея, друзья, она одну из трех дала возможность выбрать. Ну, советовала, естественно, первых два варианта. Они более жирные были, более сочные. Но я выбрал эту, потому что я понимал, что я с этой орхидеей справлюсь. А другой человек, который сможет ее купить, тем более не за 3 копейки, возможно, не справится. Потому что у этой орхидеи была дырка в основании. И продавец искренне не советовал ее покупать, потому что, ну, я... А выбор у меня был, потому что я был первый, кто захотел купить вот эту орхидеечку. Вот. И, собственно говоря, мы распаковали эту орхидею, обработали ранку у нее прямо в основании, черную, у нее был вырван корень. И дырка такая черная была. Мы все почистили, все обработали. В общем, про эту орхидею все у нас есть. И вот это, значит, вот орхидея, которую мы тоже обрабатывали вот этим спреем, друзья. Вот. Посмотрите, какая прелесть. Какая прелесть. Она у нас в закрытой системе. Вот в этом вот, вот в этом вот фужере. Посадка здесь у нас архиата смешана с кокосовыми чипсами, с хорошего качества кокосовыми чипсами. Посмотрите, какие корни у этой орхидеи. Вау-вау-вау-вау-вау. И она выпустила два цветоноса. Вот один цветонос, вот второй цветонос. И я думаю, что в ближайшее время мы эту, друзья, жирненькую орхидеечку сделаем подробный-подробный обзор ее цветения. Ну вот она сейчас вот такая вот бабочка. Посмотрите, какая прелесть. Я глаза спрячу, потому что камера, она фокусируется на лица людей и на глаза. И вот чтобы вы рассмотрели примерно, как она выглядит, вот так вот она выглядит. И вот такой сливочно-фисташковый у нее окрас. Так, это первое. Но вкусности еще впереди. Так, сейчас аккуратненько ее поставлю вот сюда, к этому фисташковому биглипу. Так,
Аккуратненько, друзья. Самое вкусное сейчас еще буду показывать. Так, вторая орхидея. Ну, их у нас сегодня одну мы посмотрели. Еще раз, два, три, четыре. В общем, сегодня пять на обзоре. Одну посмотрели. Вторая, друзья. Пилорик. Пилорик, друзья. Мультифлорного цветения. Но настолько интересный пилорик, что он настолько пилорик-пилорик, что он даже... практически и не раскрывается. Посмотрите, посмотрите, какая прелесть. Это он не желтый, это не порченный, это он такой на самом деле по жизни. Вот такой у него с обратной стороны цвет. Это, друзья, Little Gem Strips. А, первая орхидея я назвал Golden Dawn, Golden Dawn. А вот эта орхидея, вот так называется, Little Gem Strips. Вот, это, друзья, Pilor 2, вот так он еще называется, Pilor 2 Ace плюс 1. То есть у него боковые, почему так называется, у него пилоричные два боковых лепесточка, они как тюльпанчик. И еще и сверху у него челочка не поднимается, то есть она опущена вперед. То есть вот такая вот необычная пилоричность у этого цветка, он такой. Такой не раскрывшийся даже колокольчик. Вот такой вот красавчик. Так, идем дальше. Посмотреть, конечно, вот какой он там внутри хочется, но вот в этом вся и фишка, что какой он там внутри, мы не сможем посмотреть. Нужно покупать оригинал. И сейчас у меня в моих хотелках теперь две орхидеи Little Gem Strips. Это орхидея бабочка и орхидея оригинального цветения без вот этих вот мутационных искажений. Так, это у нас была вторая. Так, третья. Ой, друзья, третья. Даже не знаю, с какой из них трех. Осталось еще три. Третья, четвертая, пятая. С какой из них начать? Ну, давайте начнем вот с этой вот орхидеи. Это, друзья... орхидея. Помните, недавно я показывал вам орхидею, которую многие из вас окрестили орхидея чертик. Вот, потому что у нее личико такое было. Она темно-вишнево-свекольная, маленькая такая. И на чертика улыбающегося было. И вот теперь у этого чертика появилась сестра, друзья. Да, сестра. Посмотрите на нее. Вот такая вот, друзья, сестричка. Вот, называется эта сестричка, опс, это Yafan Star Diamond, бриллиантовая звезда, да, бриллиантовая звезда, вот такая вот, ну, по мне так похоже, знаете, на какого-то клоуна, что ли, маленького, гномика. Вот, клоун-гномик. Вот такая прелесть, тоже бабочка. Ну да, видите, защипы на боковых лепесточках. Вот они, защипы. И вот такая вот она маленькая. Вот я на фоне своем себе ее показываю. На какого она размера. Вот, это, друзья, Star Diamond. Орхидея Star Diamond. Вот, убираю я свое лицо, чтобы вы могли посмотреть. Так, вот такая вот красотка. Напоминает рыбу-попугай есть такая, да, рыба-попугай. Вот. Вот такая, что-то такое интересное, своеобразное, да. Вот, вот такой малыш. Тоже должна быть такого мультифлорного цветения. Так, ну что, осталось еще две просто обалденных орхидеи. Ну, начну, наверное, вот с этой. Она тоже только-только первый раскрыла цветочек. Это биглип. Сразу говорю вам, биглип. И посмотрите, какой он роскошный. Вот у нас есть здесь фисташковый биглип. И посмотрите, какой этот. Вау! Вау, 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 друзья. Вот он. Посмотрите, какой он вообще обалденный. Розовый румянец на персиковом фоне. Розовый румянец на персиковом фоне. Я не знаю, как вам ее показать подальше, поближе, чтобы вы могли ее оценить. Вот такая вот. Только-только, друзья, бутон первый раскрылся. Еще эта орхидея, друзья, всю красу не показала своего цветения.
Прям вот буквально, друзья, вчера раскрылся этот бутончик, и я прям вот спешу вам показать вот этот цвет, на котором вот этот розово-сиреневый, этот цвет, друзья, персиковый, такой телесно-персиковый окрас, основной фон у этой орхидеи. И вот на нем, на этом фоне, вот такой вот сиренево-розовый румянец у этого беглипчика. Осень. О, эта орхидея называется, вот название, вот она название, тако, беглип тако. Вот, очень красивый, насыщенный такой, знаете, он просто фантастический окрас. Вот такой беглипчик, друзья. И сейчас покажу королевишну, друзья. Наконец-таки. Королевишна. Не обманули. Не обманула девушка, у которой я купил детку этой орхидеи в прошлом году. Это трилипс. Шестая в коллекции орхидея. Это легато. Да, легато. Легато трилипс. Прям вот только-только раскрылся бутончик. На заднем плане вы видите два стандартных легато, один пилор легато, сверху бабочка легато и трилипс вот здесь. То есть 5 легато у нас в коллекции на канале. И это была шестая деточка вот с одним таким вот бутончиком, друзья. Вот с одним таким бутончиком. Это легато трилипс. Еще оригинальная посадка от продавца. Подписана еще от продавца. Вот здесь вот черным легато трилипс. Это уже я подписывал. Вот этот вот бирочку вставлял. Вот такая вот, друзья, сегодня красотка еще одна. Посмотрите, какая она. Такой колокольчик. Ну, он, знаете, трилипс не совсем прям такой, знаете, ярко выраженный, а ближе все-таки к пилору, на самом деле, ближе к пилору. Он еще не до конца раскрылся, он буквально сегодня раскрылся, этот бутон, потому что вчера еще он был закрытый. Так, куда спрятать свои глаза? О! Вот такой вот он. Красавчик. Вот. Прям обалденный. Смотрите, какая прелесть. Вот. Наконец-то я успокоился, потому что я переживал. Потому что, ну, обычно, когда покупаешь орхидею недешевую в интернете, на Авито или еще где-нибудь в интернете, в группах, да, всегда есть, если это не цветущая или, например, детка, всегда есть какой-то, знаете, страх, что обманут или подсунут, потому что, ну, ты же не знаешь продавца живьем, да, кто это такой, что продает. Ну вот, девушка не обманула, действительно продала то, что, собственно, я хотел, то, что нужно. Это вот такая вот детка. Она с цветоноса у нее, вот, потихонечку растет, я не пересаживал, как есть, так и есть. Вот, ну теперь я увидел, что она зацвела, а можно теперь ее будет пересадить. А здесь, друзья, как говорится, это, как одна француженка придумала пиццу, да, слепила из того, что было, а с того, что было, полюбила, да, так и здесь. Здесь и кора, и мох, и кедровые орешки, и циофлора, все намешано, друзья, все на и керамзит еще, все намешано. Вот, на всякий случай всего по чуть-чуть, что-нибудь да понравится орхидее. Вот она, вот такая вот красотка, друзья. Я очень-очень-очень просто прям доволен этими всеми красотунами, которые у нас расцвели. Вообще просто обалденные. Смотрите, какая красотища. Рук не хватает, остальные две сюда добавить. Вот. Но вот эти вот три, это, конечно, новиночки. Ну и еще пилорик светлый, сиреневый, молочный. Вот он. Вот он. Все, теперь все до кучи. Вот. Такой несуразный.
Все, друзья, вот такой сегодня обзор новиночек. Вот, тако, тако биглип, легато трилипс, даймонд стар и голден даун. А, ну и литл джем стрипс. Little Gem Strips. Вот такие 5 сегодня новеньких орхидей у нас были в обзоре. Всем, друзья, хорошего настроения, всем добра, здоровья, до встречи в следующем видео. Всем пока!